С 21 июня на платформе «Смотрим» премьера многосерийной детективной драмы «Подражатель». В главных ролях Евгения Крюкова, Полина Филоненко, Евгений Дятлов, Любовь Константинова, Никита Волков, Татьяна Колганова и другие. В Санкт-Петербурге происходит убийство, которое детально воспроизводит преступление 20-летней давности, совершенное Анастасией. Новый преступник вскоре и сам объявляет себя ее подражателем. Руководитель следствия Иван Орехов вызывает свою ученицу Дарью Бравадину, известную своими нестандартными методами. Она предлагает привлечь к расследованию саму Анастасию, которая отбывает заключение, рассчитывая, что Перевезенцева поможет выйти на след подражателя. В приложении или на сайте.